Так, 75-ю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады отмечают в эти дни в Санкт-Петербурге. Блокада остается одной из самых драматичных страниц в истории Великой Отечественной войны. Ленинград находился в осаде 872 дня. Сотни тысяч жителей погибли от голода, холода и бомбежек. Сегодня петербуржцы несут цветы и венки к дому номер 14 на Невском проспекте. Со времен блокады там сохранилась табличка с предупреждением: граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Траурная церемония сегодня пройдет и на Пискаревском мемориальном кладбище, месте массового захоронения жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. Ну а завтра в Санкт-Петербурге состоится военный парад памяти на Дворцовой площади с участием более 2500 военных и 80 образцов техники.